Добрый день. Итак, у нас сегодня распаковка с очередной посылочки с сайта мылоопт.com.ua, сайта для мыловаров, опытных и аматоров. Так, тут у нас счет сразу, перечень всех товаров. Вот не вместилось на одном листике. Скидочка, процент, бесплатная доставка. Так как товар был оценен на сумму больше 150 гривен, а точнее 270, если не ошибаюсь. Так, и первый наш товар, мыльная основа английская, полкилограмма прозрачная. Будем делать прозрачное мыло. Так, бутылочка для спиртола пластиковая, с удобным распылителем, не бьется, очень хорошо. Будем брызгать формы спиртола. Эфирное масло мяты. Так, будем пробовать делать зубную пасту. Так, следующее. Отдушка апельсин с корицей производства США. Очень интересный запах. Так, гелевый краситель шоколадного цвета. Будем делать мыло цветом шоколада. И тут отдушка где-то должна быть. Баунти. Вот, нашел. Баунти отдушку тоже. В это же мыло. Так, следующий краситель. Это гелевый краситель фиолетовый. Производство Германии. 10 грамм. Будем делать мыло интересного цвета. Так. Гелевый краситель оранжевый. Есть такой. Так, глицерин. С помощью него будем разводить наш диоксид титана для перегородок в мыле между слоями. Очень красиво смотрится. На видео посмотрели. Так, жидкая основа для шампуня. Уже попытались сделать шампунь, все очень удачно получилось, будем повторять теперь. Так, все удачно упаковано, вот пакетики, ничего не разлито. Так, следующий наш товар — это кокосовое масло нерафинированное. 50 грамм для зубной пасты, также нам необходим этот компонент. Так, баночка для диоксида титана, вот она. Пустая, емкостью 25 миллиграмм. Так, ставим сюда ее, пакетики наши. Так, сам наш долгожданный диоксид титана, вот, который будем разводить вместе с глицерином, будет давать нам белоснежный цвет в основу. Есть. Так, корица. Также нам будет необходимо для изготовления зубной пасты. Так, пакетики. 10 штук. Вот они нам пригодятся для опакования мыла. Приблизительно 100 граммового, я думаю, он поместится. 10 штук. Так, есть. Так, наклеечки. 30 штук. Вот так написано, handmade. 30 товаров нам хватит нашего производства. И что это? Подарок. Эта пена просто чудо и взялась из ниоткуда. Подарок. Не первый заказ уже заказываем, и нас решили поощрить вот таким магнитиком на холодильник. Так, итак, все, друзья. Вот подошла к концу наша распаковочка. Заказывайте товары с сайта мылоопт.com.ua, как и мы, и экспериментируйте. Я думаю, вас это порадует.